Добро пожаловать на санскритский батл. У нас на сегодня разработано два курса. Курс руководства к элементарному курсу санскритского языка Бюллера и учебник санскрита Веры Александровны Кочергиной. Мы продолжаем заполнять наборы карточек, но покажу, как это устроено. Значит, так, нам нужно попасть, в общем, на ссылку. Вот по этим навигациям это неудобно. В общем, заходим и изучаем эти слова. Сперва нам будут показывать, потом спрашивать. Падать, летать. Дальше. Да, гореть, жечь. Падать, летать, пад. Гореть, жечь, дах. Еч, приносить жертву, шамс, прославлять. Еч, шамс. Пад. Еч. Дах. Шамс. Еч. Шамс. Вас. Дах. Вас. Пат. Вас. Можно поставить цель. Я цель себе ставить не буду. Ну, собственно, вот нас двое, кто начал проходить Бюллера. Заработал очки, очков хоть и немного. Ну, сколько есть. То есть у нас разные статусы. Сперва мы сажаем семечко, потом мы поливаем его, и оно вырастает цветочек. Да. Ну, собственно, вот статистика за неделю, месяц, все время. Вот, помимо Бюллера у нас есть Кочергина. Надо будет обновить описание. Вот, собственно, условное сокращение. Ну, можно сейчас сюда зайти. Продолжаем обучение. Так. Аурист. Средний залог. Аурист. Атманепота. Посессивное определение. Сложное посессивное определение. Аурист. Похурихи. Каузативный глагол. Аурист. Похурихи. Средний залог. Каузативный глагол. Ну, тут у меня побольше конкурентов. Тут есть уже серьезные игроки, которых просто так не обойти. Вот я где-то в хвосте плетусь. Вот, и есть приложение на телефон.
приложение на телефон, на планшет. То есть мне удобно с телефона, с компьютера, но это не показательно. Скорее вот такие штуки как раз решать в транспорте самое то. Вот. Ну вот, собственно, я вас приглашаю принять участие в новом эксперименте, который мы запустили в 2023 году. Устроим санскритские батлы победителем, скажем, месяца, победителем года. Придумаем интересные, вполне ощутимые призы. До скорой встречи на награждении в рамках, скажем так, первого награждения победителей в рамках проводимого обществом ревнителей санскрита, скажем так, марафоном санскритизации страны. Спасибо.